Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала «Люблю готовить сама». Меня зовут Лидия. Сегодня я для вас приготовлю фруктовые полоски с творожным сыром. Готовится такой десерт очень просто, а результат – оближите пальчики. Ну что, начнем готовить. Нам понадобится слоеное бездрожжевое тесто. Я разрезаю на 4 приблизительно одинаковые полоски. Выкладываю на противень. Далее делаю вот такие надрезы, создавая этим бортик. В центр каждой полоски выкладываем творожный сыр. Края смазываем яйцом. Заготовленные полоски отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, и выпекаем 15-20 минут. Итак, у меня прошло 20 минут. Достаем полоски из духовки. После того, как вы достали полоски из духовки, украшаем фруктами и ягодой каждую полоску. Если вы любите десерты посладше, то в творожный сыр можно добавить любое варенье, которое любите вы. И посыпаем пудрой. Дорогие друзья, фруктовые полоски готовы. От такого десерта никто не откажется, уверяю вас. Только оближут пальчики. Ну что, готовьте, экспериментируйте, радуйте близких и родных. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Пока-пока!